Состоялось очередное заседание Общественной палаты Ленинского городского округа. В этот раз представителям организации предстояло рассмотреть ряд вопросов, особенно актуальных для дальнейшей работы. Один из них – прекращение полномочий председателя Григория Авдеева. Если позволите, наверное, я бы сейчас, может быть, официально себя посложил полномочия, потому что только сегодня был на собеседовании у главы, в понедельник я буду представлен уже в должности. Свои функции руководителя, скажем так, на общественных началах общественной палаты, я бы сохранил, чтобы, соответственно, ни вас не нагружать, перезагружать, соответственно, как куратор, скажем так, бы остался этого процесса до конца данного созыва. Временно до конца созыва исполнять обязанности будет нынешний.